Действительно, как давно здесь не было. А здесь практически все так же. Что, двигаем? Двигаем. Я тебя не вижу, а нет, вижу. Everybody dance now. Ай-яй-яй, Коко Джамбо, я-я-я. Я-я-яй, Коко Джамбо, я-я-я. Да, такие прекрасные места, такие воспоминания. Сколько лет ты так ходил? Если бы она так всегда кажется, хоть сейчас лягешь и просто это уснешь, ложишься, она мокрая. А где раньше мостик-то был? Разве не здесь где-то был? Там был. И поднимался нужно было как раз вот за электростанцией.
Ах, да, точно, там же этот еще. Опускались. Вон он туда. Но там же сейчас котоводы. Но. Почему-то казалось, что вот это место есть, только оно заросло. Да, оно уже замедленного действия. Да, когда-нибудь люди перестанут ездить на машинах, здесь будет просто чудесное место. Никакого шума автомобилей. Только лишь ветер. Только капсулы. Да, капсулы будут высоко в небе или под землей. Ну, пойду немножко погуляю сюда. Нечего показать, много записей. Наскальная живопись, но показать нечего. Лучше этого не видеть. Да уж, мостик прохудился. Когда-то были, когда-то совсем
всего лишь 10 лет назад. Да. Вот он, карета, где. Ага. Ну, кстати говоря, часто здесь раньше в детстве тоже вот такой вот здесь сидел. Вот это все тут было. Да. Вот там вот мостик был. Да, да, да. Часто бывало, что здесь также на этой горке здесь посижу. Раньше можно было еще на велике даже покататься. Когда здесь только вот все разрыли как раз. И вот это вот все было. Просто была глина. Без травы. Мы здесь на велике, как-то на великах катались. Да Вовка вроде Смирнов был. На своем Уральце. Пашка. Больше никакой великов же ведь не было. Ага. Вот где надо глину брать на печке. Печки уже не берется. Да нет, мне больше глины как-то не надо. В печке уже глина закончилась. Сейчас сколько там? Далеко летит? Да, ничего. Тут так кого это? Поснимай рюкзак, да ложись. Вон там, да, не залит. Да, это, наверное, все отсюда, наверное. Отсюда взятая, скорее всего, глина. Сюда перетасканная. Мне кажется, это все искусственное. Тут вот все. Русло. По-любому искусственное. Да нет, смотри, как просто идеально. Так, 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 так. Сделано как водоудержание такое своеобразное, чтобы. Там сады были раньше. Ну. Сельские, местные, для всех. Потом начали давать подачу. Не, это искусственное все. Тут давно бы все было, уже высохло бы.
прохода нет. Я частенько встречал там. Да, странно. Откуда они про это место вообще прознали? И как здесь вообще весь этот хлам оказался? А, хотя да, сюда же тоже часто свозили всякий хлам. И правда. Да тут же вообще хотели тоже застраиваться дачами. Вот здесь вот все. Люди разметили. Тут часто вообще народ зависал на своих участках. А потом все под картошку. Че ты? Ну да. Идет потихоньку цивилизация. Скавенджер. Скавенджер. Ого, крапивка-то.